Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы продолжаем познавать боль в Mortal Kombat Complete Edition. В комментариях вы попросили меня пройти лестницу за Шанг Цунга. Так что эту серию мы будем заниматься именно этим. Так что давайте попробуем. Так, значит, это что у нас? Бой, лестница, да? Так, я не подготовлен, я не разминался, ничего в этом роде, то есть я вот запустил, начал запись и все. Да-да, сразу оправдываюсь. Конечно. Так. Я за него, в принципе, что-то дознаю, но... Ебона мать, я мало что за него знаю, но мы попробуем, эксперт. Поехали. Кванче! Окей. Хорошо. А, блин, мне еще разомнуться-то надо. Руки холодные. Сейчас буду получать только так. Окей. Fight. А! Собака. Так, а как? Нет. Сейчас я вспомню приемчики. Ага, ага. Так. Еще раз получай. А! Да блин, меня подвело то, что я замерз. Это собака. И вот так. У Шанг Цунга очень медленный апперкот. Очень. Ах ты ж, скотина. Ах ты ж. Окей. Да, не то. Вот это надо было делать. Ну. Зачем я это сделал? Я же не умею. Закончи вообще ничего. Скотина. Да, блин, уже стоило бы к этому привыкнуть. Окей. Сам напросился. Блин. Хорошо. Окей. Да твою! Да что-то как-то не идет. Да охереть! Да. Блин. Хорошо. Вот вообще ничего не было. Вообще. Да что ты будешь делать? Тихо. Так, сейчас я возьму себя в руки немножко. Первый... Этот бой был, скажем так, разминочным. Это...
скотина. Нет, не трогай меня, блин. Ноуп, нет, а. На. На. Окей. Твою мать. Да что ты будешь делать? Так, сейчас все будет, не переживайте. О, падла. Сейчас. Это, конечно, не мой персонаж в Mortal Kombat. Но, тем не менее... Угу, хрен тебе. Собака. Да твою ж... Ноуп. Не за что. А, блин. Да как ты посмел вообще? Иди сюда. Блин, что-то я как-то... Разучился, что ли? Хрен его знает. Так, Кенши, ну давай. Вау, тихо. Вообще, что ли? Твою мать. У! Да иди тебя. Нет, мой нос. Это был мой любимый нос. Окей. Так, угловые джаглы я не знаю, поэтому просто нахрен его оттуда. А как там? Как-то там было. Блин. Твою мать, собака. Да, я сейчас тут... Только парочку джаглов знаю за него, вот их и делаю, пытаясь выжить. Нет. А ну-ка, так можно? Можно. Это можно использовать в угловом джагле, я думаю. Так, давайте его просто заколбасим. Иди сюда. Бро, вот так вот. Рожа довольная. Скарлетт, ну понятно. Тихо, резкая какая. Тварюка. Да твою мать, заканчивай. Иди сюда. Это меня еще и подлечит. Малеха. Отлежалась. На тебя просто вот так. А, ну да, конечно, на что я рассчитывал. Блин. Стерва. Фу. Я бы мог бы в нее превратиться, если бы я знал, как за нее играть. А вот так. Оу. Ах
ты ж. Рюка. Офигеть, просто. Угу. Скотина. Нет. Мать. Иди сюда. Блин. Офигеть, я что-то затупил по-страшному. Ну ладно. Сейчас размахалось мне тут. Тихо. Тварюка. Да твою мать. Ну иди сюда. Я из всех вас душу достану, твари. Джекс. Окей. Окей. Okay. Так, Джекс, ты решил мне бабалить и сделать? Что, бить меня не хочешь или что? Или тебе меня просто жалко? Ау, 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 ау. Ау, а, а, о, а. Окей, а. Ладно, я беру свои слова назад. Ты крут. А! Ты просто... Тебе просто меня было жалко, да? Ты мне поддался. Окей. Я все понимаю. Да что? Решил меня заспамить? Подлюка. Ау! Ау! Блин. Офигеть просто. Ну ничего, справимся, я думаю. Нет. Скотина. На. Оу. Да офигеть. Да. Офигеть, да ты гонишь просто. О. Не так просто, как кажется. Окей, ладно. Еще раз оправдаюсь. Шансунг не мой персонаж. Еще и срываю комбо. Ну, конечно. Так, давайте я его заспамлю к чертовой матери, да и все. Ах ты ж тварь. Не подходи ко мне. Шансунг не очень хорош в ближнем бою на самом-то деле. Как-то не идет. А, ты чуть меня поймать хотел. Да капец какой. Еще сейчас вчистую меня сделает. Блин, а как там было? Да капец, ты гонишь, Джекс.
Нас же смотрят, поддайся мне. О, ну... Это вообще... Ау. Давай, ты еще меня вверх ногами закопай и носы сверху. А-а-а. Я все равно тебе сделаю. Ты от меня никуда не денешься. На! Ты меня разозлил, сволочь. Все, это будет моей тактикой против него. Вспомнил, как эту хреновину делать из-под земли. Будет чутка проще, может же быть. Подходи ко мне. Нет. Нет, нет. Блин, сорвалась. Ау, 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 ау. Ага, сейчас. Пфф, вообще уже. Страх потерял. Не там. А! Блин, Джекс, твою же ж. Блин. Так, я не буду его к себе подпускать. Джекс против... В смысле, Шансунг против Джекса, это черти что. Не, ну, конечно, я понимаю, что можно выиграть. Угу. Но я-то не могу. Блин, какая боль. Да хорош! Ну давай, да поиздевайся надо мной еще, поглумись. Да я понял. Хорошо. Да твою же, как ты меня бесишь-то? Не беси меня! Тварь! Нет! Еще раз не про канала. Да! Я. Ау. Вся. Ау. А. Блин. Тварь, как ты меня бесишь? Пошел нахрен. Окей. Он убил меня в пятку. Правда, пятка так прям аж вывернулась наизнанку, но... Так что ладно. Засчитано. А, не подходи ко мне. Я тебя уже боюсь. Да капец. Да хватит избивать моё, блин, и так не без, без колдовства омоложенное лицо. Ау, ай, да хватит, да ты достал меня. Иди сюда, скотина, блин. Сдохни, сдохни нахрен. Достал меня, просто бесит.
падла. Получи свое. Фу. Сколько еще на тебя времени-то потратил? Капец. Так, я надеюсь, дальше будет все так же сложно, конечно же. Как иначе-то? Иди отсюда, скотина. Мне еще тут гору с головой хватит. Сегодня все хватают. Капец. Иди сюда. Сейчас. Между прочим, Шива только кажется, что она такая, блин, вся из себя не очень. Знаю я одного такого товарища, который только ей играет. Играет вполне удачно, надо отметить. Сейчас. Да блин, сделает этот несчастный джагл. Ау, 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 ай. Так. Только Джакса душу я не заберу. Я его просто отправлю на тот свет. Зиру. Ну давай, Зиру. Вот за него я что-то да умею, поэтому... Иди сюда, дорогой. Поюжишь. Хорошо. Давай я сделаю тогда это иначе. Так. Тихо. Блин. Да что? Что за дебилизм происходит? Все, достало. Тихо. На. Ого. Это было близко. Не получилось. Окей. Иди сюда. Собака. Не получилось. Окей. Да как ты успеваешь раньше меня с пяткой дотянуться? А, так я и не превратился в него. Ну ладно. Я, по-моему, показал, как надо. Как надо мне задницу драть. Кабол. Если научиться играть за Кабала, просто имбовый персонаж. Относительно. Оно очень сложно в освоении, конечно. Очень. Хотя я смотрю, комп его освоил. Твою мать. Не повезло мне с противниками, надо отметить. Куда ты полетел? Да офигеть, тварь. Нет. Ну да.
Надо вспомнить угловой джаглец какой-нибудь. Блин, твою мать, что ж ты так долго делаешь свой этот... Ау! Ладно, такая тактика и будет против этого засранца. Ау! Офигеть. Убей меня еще давай. Боже, я бы на месте Кабала так бы расстроился. Боже, Шансунг. Сейчас своими глазами. В этом мире может быть только один Шансунг. И это будет он. Определенно. Получилось. Локтем. Да твою мать, что ж ты такой не очень быстрый? Так, Кенши, я тебя уже убивал. Иди сюда. И не против убить еще раз. Yes. Воу-воу-воу-воу. Тихо. Отлично. Приземлился как бог просто. Блин, а как там были удары ногами-то? Так, в этом мире может остаться только один. Поэтому извини меня. Кентаро. Так. Ну, это уже будет проще. Тут уже просто затыкивай его и все. Джаглами. Ау. На них тупо тренировать это можно. Вау. Кажется, Кентаро, тебе не повезло немножко. Ау. А это вот как это называется? Сейчас. Я бы еще ему прямо на кулак бы приземлился бы. Ау! Так, я не понял. Что за дела?
Это не должно быть так. Это должно быть как-то вот так. Шаокан. Ну, привет. Засранец, сейчас я тебе покажу, как надо. А! Блин. Этот, господи, как ты, Шан Цунг. Тебя Шаокан омолодил, а ты против него выходишь. Оп. Так, я забыл угловой джаггл. Но зато в него влетели все три. Ладно, не очень-то и хотелось. Хотя тут махать. Ладно. Так. Шан Цунг жадно поглотил душу Шаокана, впитывая его безмерную мощь. Ошеломленный своим новым колдовством, он сбежал во внешний мир. За миг до самоубийства Шан Цунга посетил Бо Райчо. Наставник воинов предложил ему научиться управлять темной магией, но для особой цели Лю Кэнг стал богом. Сила израсила его, превратила его в тирана. Его нужно было остановить. После неумолимых тренировок Шан Цунг выучил технику боя, которая может положить конец Лю Кэнгу. Наконец-то он отомстит. Такие дела. Это что ж получается, что у нас добрый персонаж стал плохим по альтернативной концовке, злой персонаж стал добрым. Это, получается, отомстит. Это потому, что Лю Кэнг надрал ему задницу в, собственно, самой этой смертельной битве. И тут он ему должен, как бы теперь, может отомстить. Появился такой вот шанс. Хорошо. Что ж. Как и вы и просили, мы прошли за Шан Цунга лестницу. Так что, на этом все. Пишите в комментариях, за кого вы хотите, чтобы я прошел еще, если, конечно, хотите, чтобы я это делал. Ну, в крайнем случае, я, может быть, пройду за кого там сам, может быть, хочу, за кого я действительно умею, а не просто вот как-то вот так. Ну, а пока оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, удачи!